Знакомство с регионом. Во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский посетил Шую. Первая остановка – ХБК «Шуйские ситцы». Особенностью предприятия является полный цикл производства. От переработки хлопка до отшитых изделий, прошедших контроль качества. Здесь выпускают постельное белье, одеяло, халаты, принадлежности для столовой и кухни. Руководство полагает, что данный комбинат ни много ни мало – лицо региона. Бренд, который мы заявляем на всю Россию. И так как мы являемся производителем внутри нашего Ивановского региона, эта марка, может быть, и является нашего региона. Да? Шуйские ситцы качества и Ивановский регион выпускает качественную продукцию. То есть это наша общая задача. Среди партнеров у шуйских ситцев такие крупные компании, как, например, IKEA. И даже несмотря на наличие теневого импорта, определенный голод на рынке есть. В прошлом году руководство комбината решилось на крупный инвестпроект. Заключается он в приобретении технологического оборудования для выпуска тканей из пряжи высоких номеров и тканей спецназначения. Цена вопроса – 2,2 миллиарда рублей. Проект поддержан Министерством промышленности и торговли и Фондом развития промышленности. Перспектива очевидна. Это растущий рынок, который мы планируем выпускать ткани. Они обладают специальными защитными свойствами. Свойства, которые эти ткани приобретают уже на этапе формирования нити и суровой ткани. Далее мы планируем этим тканям придавать специальные качества, как огнестойкость, масловодоотталкивающие. Те свойства, которые необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность жизнедеятельности человека. После реализации инвестпроекта объем продукции увеличится в 2 раза. Импорта на российском рынке будет меньше, а вот рабочих мест на шуйских ситцах больше. Работу смогут получить 230 человек. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуя.